Всем здравствуйте, всем шалом. И мы начинаем наш новый проект с интервью с интересными людьми. И сегодня у нас в гостях Минаши Кушнер. И он занимается электронной музыкой. У нас интервью сегодня будет такой про музыку и приветскую традицию, как это пересекается, и мы еще затронем много разных интересных тем. И, Минаши, расскажи про себя. Окей. Привет всем. Меня зовут Минаши Кушнер, проект Simple Light. Мне 32 года, я родился в Питере. Вот в 99 году приехал с родителями в Израиль. Женат, у меня 4 детей. Живем в поселении Тамар. Я вместе с женой, на самом деле, занимаюсь как бы искусством. Жена у меня, она режиссер, и мы вместе, как бы, она снимает и мой проект, и тоже и всякие другие дела. И я как бы пишу музыку для ее фильмов и для своих, как бы, ну, понятно, что для своего проекта тоже. И у нас все это вместе так идет. Вот. В плане музыки, я к музыке, на самом деле, пришел очень рано. Я начал играть с 5 лет примерно на скрипке. Потом играл еще на нескольких инструментах, на фортепиано и на флейте тоже. Ну, в конце концов, я сегодня ничего из этого не помню. Гитара все убила, просто выбила все. И в конце концов, я начал делать электронную музыку лет там в 20 с чем-то, 27 примерно, что-то такое. Потому что просто как бы мне всегда хотелось сложить все вместе в один большой пазл. Как бы не то, что было только, как бы, только я буду гитаристом или я буду певцом. Я хотел, чтобы я как бы был полностью, полной, целой группой. Как бы я что-то сам проектирую, все, что я хочу, аранжировки делаю сам. Вот, поэтому я пошел в колледж в Тель-Авивский BPM, там выучился год примерно, там был такой курс, называется EMP, Electronic Music Productions. Вот там выучился там, начал делать свое. Купил дофига аппаратуры всякой. И вот так вот работаю, пишу, выступаю, и все очень круто. У тебя завязалось и то, где ты находился, да, это Израиль, и какие-то тут коммуникации, да, с людьми, и еврейская традиция, и музыка, и все это завязалось в такой вот водоворот, который тебя уже привел к тем проектам, которым ты там занимался, занимаешься сейчас. Ну да, это до сих пор меня приводит все время, как бы я всегда как бы, ну как бы то, что я учу, например, у меня вообще все круто так получается, какой-то пазл такой складываешь все время, такую как бы головоломку какую-то складываешь, ты, например, что-то там, я ночью сидел с какой-то книгой, да, потом вдруг там что-то увидел утром, у меня какая-то пошла какая-то слова, я даже не понимаю вообще, что я произношу из своего рта, как бы я вдруг потом как бы, а, вот, это подходит тому, что я учил, типа, ночью, вот в книге, там, например, Рабина Ахмана, да, которую я там обожаю. Вот, и все время так вот эта перемешка, получается такая большая картинка, которая собирается из каких-то отдельных вещей, которые просто, если их совмещать правильно, то они очень круто как-то получаются, вот, ну, в плане, что как бы такой фильтр, как будто проходишь, как бы все. Окей, смотри, ты немножко затронул вот тему того, что ты учился в светской еврейской школе, потом вы сюда приехали, и вы уже там с сестрой как бы понимали, что вы пойдете в религиозную школу. Вот можешь немножко рассказать вообще про свой путь в еврейской традиции, да, как это проходило, что было, что сейчас, вот немножко про это. Ну вот, короче, как приехали, да, сказал, бар-мицву я уже здесь сделал, вот, учился я в школе, в Иерусалимской школе Шуву, такая была школа, там была, там директор или учителя были религиозные, ребята все были, кто какой есть, как бы, ну, просто, как бы, все из русских семей, из обычных, из израильских русских семей, как бы, вот, и, как бы, религиозных ребят особо там не было, ну, как бы, я там, я, как бы, держался за что могу, как бы, но, как бы, у нас в классе было так просто, что, как бы, мы были обычные ребята, просто там в школе сходим с кипой, вне школы ходим без кипы. Я как бы держался все равно этого всего, ходил в синагогу, там все такое, но как бы все было вперемешку, как бы все это как бы такая светская жизнь, она все время как бы меня как бы окружала, то есть как бы я никогда не был в каком-то религиозном обществе. Я помню, что первый раз я почувствовал действительно, как вот классно типа что-то исполнять, да, и типа никто на тебя косо не смотрит. Я был в каком-то еврейском лагере в каком-то, и там действительно все были религиозные ребята, я типа говорю браху типа в голос, да, типа, и мне говорят амен какие-то люди, они не просто смотрят на меня, типа вот так, да. Вот, и было прикольно, но все равно как я остался в своем, как бы, потому что мне, как бы, я всегда такой аутсайдер, мне легче быть религиозным в светском обществе, чем быть как бы наоборот, понимаешь, как бы я, как бы, ну, сейчас, например, я нахожусь в религиозном обществе, я бунтую, я все время что-то такое вытворяю, там, потому что мне просто, я не могу как-то, ну, мне неинтересно, мне скучно становится, мне хочется какие-то провокации делать, для самого себя, как бы, мне не важно, что люди там думают или не думают, мне как бы для себя важно, что как человек, который занимается искусством, чтобы я как бы не шел в какой-то поток такой,
Вот. И также восьмой иудаизм, он всегда такой, как бы он всегда какой-то, как бы я иду по Аллахе, но как бы никто этого не понимает, как бы это очень важно как бы для меня, чтобы, как бы, чтобы это было непонятно как бы обществу, как бы то, что я делаю. Ну, смотри, а с другой я стороны… Я отошел от вопроса, по-моему, да? Окей, мы к нему вернемся. Ты такую тему интересно обозначил, да, но с другой стороны, в принципе тогда, да, идти в, там, по Аллахе, да, тоже идти мейнстримом. Да, но есть тоже для меня как бы… Смотри, как почему бы, ты это делаешь, в принципе? Ну, не знаю, почему. Так мне хочется, так мне нравится, так мне хорошо, и так мне кажется правильно. Okay? Но если мне не казалось правильно, я бы этого не делал. Как бы я делаю именно потому, что я в это верю. Как бы, в конце концов, вера — это что-то, что ты не можешь объяснить. Можно как бы попытаться объяснить, да, но в конце концов, это как бы человек обычно скажет, вот верю, и все. Да? Как бы вот то же самое. Я верю, что это правильно, и все тут. Как бы я не могу тебе как бы объяснить, почему. Вот так вот. Держусь за то, что могу. Как бы. У тебя музыка, она такая. Даже если ты там, не знаю, там у тебя больше английский, иврит, да, даже если человек не понимает этот язык, слышно, что ты хочешь что-то донести. Shine for me, my light of the lights, you my only home. You my only home. Какой-то посыл. Ну вот мне так чувствуется, например, когда я слушал. Что это за посыл? Зачем ты делаешь музыку? Что ты хочешь донести? Ну, во-первых, как бы. Посыл он простой, на самом деле. Называется Simple Light, да, это простой свет или просто свет. Дело в том, что как бы есть такая штука в Кабале, я точно не знаю, да, я просто, когда нашел вот это имя, да, я придумал такое имя Simple Light, начал искать, потому что я когда в Ликутей Моран, в книге Рабби Нахман, я прочел, что есть такое понятие, да, начал искать, что это все значит. И сам себе комментировал вот это в том-то плане, что есть такой свет, который все время идет, спускается, да. И вот если не подставишь что-нибудь, какую-нибудь там чашку какую-нибудь там, или какую-нибудь там корыто под него там, или что-нибудь, или какой-нибудь тазик, да, то он просто вот, вот разольется и все. Я как бы собираю вот этот свет, да, его передаю дальше. Но как бы почему такое все мрачное и темное у меня, как бы в плане как бы визуальном, да, почему мне это все нравится? Потому что это свет, как ханука, да, свет же, не, как бы если сейчас днем зажжешь свечку, ее никто не увидит, то есть ее надо именно в темноте зажигать. И вот мой проект, он как раз занимается вот этим зажиганием свечки в темноте, как бы вот то, что я делаю. Вот, а насчет того, что я хочу сказать, я хочу передать своими словами, своим восприятием то, что я чувствую от иудаизма в общем и от Бреслев, от Хасидут Бреслев, как бы вот так особенно, потому что я как бы оттуда черпаю в основную как бы, свою какую-то информацию, как бы, не религиозную, а больше такую философскую именно. Вот, и вообще, в принципе, все мое как бы, восприятие как бы, всего-то оттуда идет. Поэтому как бы хочется передать людям, но. Притом, как бы не передавать какие-то лозунги, понимаешь, как бы не говорить там, вот идите туда, делайте так-то. Вот мне не нравится вот это там, типа, там, сейчас там надо суккот, а идите там, трясите там это самое лулавом там. Мне хочется передать именно какую-то духовную более сторону всего. Ты как бы находишь свое, да, что ты, с одной стороны, ты соблюдаешь еврейский закон, да, лаху, с другой стороны, ты находишь какие-то духовные вещи свои, да, с третьей стороны, там, у тебя какой-то стиль и все такое, это все перемешивается, и это становится в тебя. Что бы ты мог сказать на тему? Я очень часто слышал, что люди, которые, например, только приходят в синагогу и видят, например, там, не знаю, даже не знаю, людей черно-белых одетых, да, или просто что-то, очень часто, знаешь, такое, там, всех зомбируют, всех становятся одинаковые, все такое, да. Вот, я лично считаю, что это не так, да, но есть какое-то свое мнение. Что ты об этом думаешь, да, вот о том, можно ли найти себя и как найти себя в еврейской традиции, да? Вот именно как бы со всей еврейской одеждой, со всеми делами? Нет, просто еврейская традиция, там. А, ну, во-первых, я считаю, что еврейская традиция на самом деле, как бы, как, ой, это очень важная вещь, спасибо за вопрос. Я считаю, что вообще, в принципе, помимо обычного исполнения заповедей, да, у каждого человека, у него заложена в нем какая-то суперзадача, его специальная, которую он должен делать, и вот это не, как бы неразделенная часть его, его религии именно, как бы его какой-то вот, какого-то замысла Всевышнего, который он должен передать. И как бы у меня это все очень просто, у меня музыка, да, но, например, но я думаю, что любой инженер тоже может понять, что вот не просто так ему дали, что вот это хорошо вот им понимает, да, вот не просто так, это просто свыше дается весь, правильно? Какой-то замысел, надо просто это все в хорошую сторону вести, по-моему. Поэтому как бы иудаизм, во-первых, я не считаю, что это стадная какая-то религия, потому что очень, как бы, если человек немножко как бы, так, подумает, да, там все очень как бы направлено на, не только на общество, но и на индивидуал тоже. То есть, как бы, есть какая-то, человек должен там учиться, у него должен квят идти на Тора, правильно, там все эти заповеди, это все связано с каким-то, как бы, есть общественные заповеди, а есть какие-то личные очень. И личные заповеди всегда находят, как бы, они, ты всегда находишь себя тоже, какое твое отношение, если ты серьезно к этому относишься, можно, конечно, сделать на автомате все как-то тебя перерабатывать, как бы, да, но ты, как бы, если ты серьезно к этому относишься, то у тебя получается, что ты как бы себя находишь все время в этих заповедях, почему мне это, почему я должен это делать, почему мне это подходит, вот, и
Ну, у меня все так, как бы, я всегда как бы для себя ищу, как бы, почему, как бы, зачем мне. Даже если не знаю, зачем, я, как бы, если у меня общий ответ такой, потому что я в это верю, да, как бы, если я не знаю точно, зачем. Но большинство вещей я понимаю, как бы, чувствую, зачем мне они нужны. Например, там, какой-нибудь там тфилин, там, или там цицит, или еще что угодно. И там, я не знаю, там, суббота, там, и, как бы, я чувствую, для чего мне вот это нужно, да. Как для бы. Чего? Ну, это личные какие-то дела, да, тфилин. Слушай, это просто необъяснимая вещь какая-то. Я, например, я когда был в армии, у меня друг был солдат светский, он я всегда просил тфилин надевать. Он при том совершенно человек не ходил в синагогу, там, не соблюдал субботу. Говорю, почему ты одеваешь это? Он говорит, это хорошо. Я говорю, а почему это хорошо? И он мне не мог объяснить. Я вот от него понял, что я тоже не могу объяснить. Я просто верю, да? А он даже, как бы, я не знаю, верит он, не верит, он чувствует, что это хорошо. А чего хорошего? Вот и не знаю, типа, не знаю, почему хорошо. Что так чувствуется, да? Как бы, очень много в иудаизме таких вещей, которые можно объяснить. Почему там нельзя там грабить, там, да, или там, и почему, даже субботу можно объяснить, что человек должен отдыхать, там какой-то, в принципе, весь мир же перенял выходной день от евреев, правильно, это есть всюду, как бы, вот, ну, как у нас там это все устражено, правильно, там это не включает, там, туда не ходи, там, так не делай, это не выноси, там, это не тащи, там, все. Хорошо, все, как бы, можно все объяснить, по идее, да, по-большому, как бы, да, но вот есть вещи необъяснимые, например, тот же самый вот этот тфилин, почему хорошо, не знаю, почему хорошо, хорошо и все, типа, ну, так чувствуется мне, вот все. Окей. Как ты думаешь, твоя музыка? Это твое общение со Всевышним на каком-то уровне? Или это как бы совсем не связано? Есть три компонента. Как бы, это, я, по-моему, тебе тоже говорил насчет этого, что я всегда пишу в три стороны, как бы у меня три стороны, в которых я, которым я как бы свои песни пишу, uh-huh. и с которым я контактирую, когда вот это я все передаю. То есть это первое — Всевышний, да, второе — это моя жена, и третье — это моя публика, которая как бы меня слушает на концертах, к которым я обращаюсь, на которых я смотрю, которые смотрят на меня обратно, я вижу их глаза, как бы, вот, всегда так, как бы, всегда все песни мои, это всегда как бы три вот таких вот, три таких образа, которые передо мной стоят, как бы, которым я посылаю все то, что я делаю, как бы. Все песни абсолютно можно на это перевести. Или есть песни, которые просто рассказывают о чем-то, но все, что как бы, к кому-то обращается и к тому, что говорит, это либо говорит Всевышний, говорит мне, либо я говорю Всевышнему и друзьям, там, и жене. Вот, либо, всегда это такой, как бы, это, как бы, ну, постоянная, как бы, тема у меня, как бы, во всех песнях абсолютно. Если песня про любовь, то она тоже идет, конечно, в три стороны всегда. Не мешает ли тебе то, что, как бы, такой мир вокруг? И то, что есть традиция, это может быть в каком-то смысле ограничение. Ну, смотри, мне лично вообще ничего не мешает. Просто вот реально ничего не мешает. Потому что я чувствую, извини, как-то чувствуется, что все как-то одно единое целое, как бы, и как бы Всевышний, он всюду, правильно? Значит, он и в клубах тоже, и в барах, в любых, где я выступаю, он всюду, он во всех людях находится. То есть, как бы, я это не... Ну, как, понятно, что надо, как бы, смотреть, чтобы не переборщить, как бы, потому что ты спрашиваешь, почему, как бы, чувствую я, что ограничаю, что меня ничего не ограничивает. Мне все есть, мне все хватает. У меня действительно реально все есть, все, что я хочу, все, что, я думаю, другие люди тоже хотят, как бы, это... Как бы это, смотри, это как бы, это избалованность и развращенность людей, просто их подталкивает на какие-то дела. Понятно, что человек был плохое детство, он упал на какие-то наркотические дела, там, это все, или что-то такое, какие-то зависимости есть. Но как бы, если как бы, ты себя как бы тренируешь, мне вот реально всего хватает, как бы, я не считаю, что там, что вот я чего-то хочу, и мне нельзя, да, как бы, все, что у меня есть, все мне можно, как бы, все, что мне нельзя, так мне этого и не хочется, потому что, когда, ну, как бы, просто зачем, все дали, все хорошо, да, тебе все дали. Что-то, типа, смотришь еще на какие-то... Все нормально, типа, будь рад тем, что у тебя есть. Я действительно реально рад тем, что у меня есть. И на денег не хватает. Это все, как бы, это тоже, можно пойти еще... Ну, как бы, ты тоже, как бы, я понимаю, что все свыше тоже, и деньги тоже, как бы. Слушай, вот реально не чувствую себя ограниченным ни в чем просто. Внутри иудаизма не чувствую. А как думаешь, это твоя личная тема такая, да? Или, может быть, есть какой-то твой подход, который ты мог посоветовать ребятам, смотри, которые хотят, например, соблюдать еврейскую традицию, да, например, но у них есть вот эта вот проблема, например, в хуцлярес, в Израиле? Ой, слушай, такая, ну, я чувствую, что настоящая свобода, она тоже, она как бы не могла, не может быть такой вот безграничной, как бы, в плане, как бы, если ты совсем все, как бы, вообще никаких у тебя никаких установок, ты там, не знаю, неважно, просто реально спишь, когда хочешь, ешь, когда хочешь, там, не знаю, делаешь... Ну, как бы, смотри, в любом спортзале, правильно, люди знают, что если будут там есть то-то и то-то, там они будут выглядеть так-то и так-то, если они будут заниматься так-то, то или не будут заниматься, то они... Как бы это есть во всем, то есть, как бы, иудаизм, он, как бы, он...
Но он как любая какая-то любая система, какой-то любой режим, в котором ты как бы... Я выбираю себе такой режим, правильно? Как бы, я не чувствую себя ограниченным. Я видел какого-то блогера тоже, который занимается фитнесом. Да? Он говорит, вот люди говорят, вот я хочу там есть булочки, там, и там пить, там, не знаю, кока-колу. Ну, пей, пожалуйста. Ты, типа, хочешь заниматься, занимайся. Хочешь есть булочки, ешь булочки. Ну, как бы ты решаешь, что с тобой будет, правильно? Я хочу в какую-то определенную сторону идти, поэтому я выбираю этот путь. Как бы, я не чувствую, что меня ограничивают. Я это сам выбрал для себя, как бы. Понятно, что мы избранный народ и все это, как бы, но как бы, я говорю, на личном уровне как бы, я не чувствую себя ограниченным ни в чем, потому что я делаю абсолютно все, что я хочу. И это все в рамках иудаизма. Можно ли быть свободным, соблюдая еврейскую традицию? И что для этого нужно? Нужно, во-первых, выбрать. Потому что свобода – это свобода выбора. То есть, если ты выбрал, значит, ты свободный человек. Ты сделал выбор, правильно? То есть, перед каждой вещью, которую мы делаем, мы что-то выбираем. Всегда. Либо делать, либо не делать, правильно? То есть, как бы, поскольку у тебя есть свобода выбора, ты сам сказал, я сделал вот так вот, а не вот так вот, потому что я это выбрал, или я сделал вот так вот, и не вот так вот, да? То есть, я все равно остаюсь свободным человеком все время, потому что я все время что-то выбираю, правильно? Как бы, свобода, я считаю, что это свобода выбора, потому что, как бы, ты все время что-то решаешь, что тебе делать и что тебе не делать. Понятно, что есть какие-то вещи, которые случаются, и, как бы, ну, не дай бог, там, человек заболел чем-то, да, там, или что-то с ним упал там откуда-то. Вот. Но, в принципе, по большому счету, как бы, все время мы встаем перед какими-то выборами. И поскольку мы все время выбираем, мы свободные люди, я себя чувствую свободным, потому что я реально выбираю все время, делать мне вот так вот или делать мне вот так вот. Поэтому, не знаю, я себя чувствую абсолютно свободным человеком. Вот реально просто никаких ограничений. Ну, там, не знаю, как в субботу не выступать. Ну, не хочу я в субботу выступать, не хочу и все, типа. Захотел бы, пошел бы выступать в субботу, меня никто не заставляет, я тоже никого не заставляю, вот и все, как бы, понимаешь? Окей. Я знаю, что скажу людям, делайте, что хотите, потому что, как бы, в том плане, что иудаизм тоже, он должен идти, как бы, понятно, что я, как бы, это кафу алей марки гиги и все такое, да, но сейчас мы в таком, действительно, сказал, в свободном мире, я считаю, что кто-то не выбирает по своей собственной воле сегодня религию тоже, иудаизм, он не будет по-настоящему с этим, он всегда будет ломаться как-то внутри, там, и что-то будет ему не подходить, у него будут какие-то внутренние, там, какие-то там какие-то проблемы с самим собой будут. Это надо выбрать реально, и все время надо выбирать. Каждый день по много-много раз выбираем, как делать хазара бичува, правильно? Это не один раз вернулся и все, типа, ты должен все время нужно возвращаться, потому что это как бы это постоянный какой-то процесс, который с тобой случается и происходит. Ты каждый день можешь сделать плохое, можешь сделать хорошее, по много-много раз, понимаешь? То есть как бы вот и все. Как бы. Свобода прежде всего, свобода выбора, свобода, постоянная свобода самого себя, как бы, от всего, как бы, и как сказал... не помню, кто-то из еврейских поэтов средневековья, то ли Вингавероль, то ли, может быть, Раби Иуда Леви, извините, пожалуйста, не помню кто, сказал, что, как бы он сказал такую фразу, «Авдей зман, авдей авадимен», да, что как бы люди, которые как бы они работают на время, да, как бы, которые поклоняются какому-то времени, они как бы, они рабы рабов, правильно? Но я как бы, там есть продолжение тоже фразы. Я считаю, что как бы тут не время тоже, тут все, любая какая-то вещь, когда ты служишь кому-то, кроме Бога, то есть как бы ты какой-то ставишь перед собой кого-то человека, которого ты боишься, или ставишь какой-то темы, которой ты боишься, какого-то случая, которого ты боишься, то есть ты как бы, это уже Авуда Зара, понимаешь? Потому что единственное, что не Авуда Зара, это ты Всевышний, понимаешь? Вот ты перед Всевышним, ты как бы, это не Авуда Зара. Все остальное, ты ставишь какие-то перед собой какие-то рамки, ты ставишь какие-то страхи, там, или какие-то неприязнь, какое-то, или какое-то там, наоборот, какое-то желание, которое тоже как бы какое-то пересекается. То есть, как бы это уже не свобода. Ты наоборот, как бы, понимаешь, ты думаешь, что ты свобода, наоборот, ты не свобода, ты себя в какую-то клетку засовываешь. Вот так вот, типа. Смотри, очень простой вопрос. Спустимся так немножко в материальный мир такой, да. Вообще, вот мешает ли тебе соблюдение там, еврейского закона, да, того же шаббата или еще что-то? В карьерном росте, да, так очень. Ну, шаббат тяжело, конечно, в этом плане, потому что, например, я смотрю, вот есть аппликации всякие, через которые я записываюсь на концерты в Европе, например, да. Там очень много всяких ивентов именно Friday night, окей? Ну, хорошо, значит, я ищу другие. Я ищу, что зимой, во-первых, летом можно Friday night, потому что там night начинается, не знаю, там в 11 часов, правильно? А зимой наоборот, зимой суббота выходит там очень рано тоже. То есть, как бы, можно с этим как-то играть тоже. Это все зависит от твоего выбора, что ты хочешь, как бы. Я хочу быть музыкантом, который как бы идет через иудаизм. Я не хочу сказать еврейским музыкантом или религиозным, я не люблю вот эти всякие выражения. Я хочу соблюдать, от чистого сердца соблюдать иудаизм, и хочу быть музыкантом, и хочу, как бы, хочу откусить большой кусок от нашей планеты в том плане, чтобы как бы была большая какая-то аудитория. Многие музыканты, начинающие особенно, неважно, любые люди, которые начинают идти к какой-то цели, да, в какой-то момент, когда сложно, очень многие сдаются. Так я же сумасшедший человек, я не могу сдаться, понимаешь, у меня навязчивая идея. Я реально хотел сдаться несколько раз. Сдаешь, и тебе кто-то пишет, слушай, пацан, послушай твою песню, как круто, слушай, когда ты приезжаешь к нам туда, куда-нибудь там, как можно сдаться, понимаешь?
тебя как бы все время какие-то сверху тебя каким-то типа возвращают обязательно на дорожку бежать. Как бы я несколько раз говорю, все, типа, все закрываю, не знаю, там продаю всю аппаратуру, там все, типа, реально убухали столько денег в этого все. И вот кто-нибудь там звонит, кто-нибудь зовет, ну, приходи там выступать туда-то, да. Ну, то есть не получается. Я реально понимаю, что просто мне свыше дали, и мне нужно ждать, пока получится. А может, даже не получится, все тоже нормально будет, потому что я сделал то, что я смог. Правильно? У нас говорится, как бы это как про Тору сказано, да, что там у тебя «Ло алеха мелаха лигмор», типа не тебе это сделать, как бы тебе дали вот столько книг, типа, выучить, да. Тебе сказано «Ло алеха мелаха лигмор», ты все равно это не выучишь никогда, ты никогда не закончишь. А валь энета бен хорин лид бательмина, ты не можешь тоже от нее отказаться, у тебя нет свободы в этом плане, то что как бы тебе дали вот это, ты должен это делать, сколько успеешь, только успеешь. Так же я к своей музыке отношусь, я сколько успею, что все сделаю, то сделаю, понимаешь, что получится. Как бы стараюсь на максимум работать все, что могу, как бы все время что-то пытаюсь новое навертить, старые вещи, я говорю, блин, вот что такое сделать, типа, это уже не в тему совершенно, начинаю по новой, там, какие-то новые проекты, вот. Главное не переставать просто. И тоже, знаешь, смотри, если ты почитаешь эти, я читаю всякие много всяких бизнес-книг таких, типа, которые мотивируют. Тот, кто у него есть идея, он за нее держится, он ее реально добивает ее до конца, он добьет. Потому что у нас так сказано тоже, что я готов мацат, это амин. Понимаешь, если ты искал, и ты, типа, потел при этом, что искал, тебе было тяжело, верь в это, да. Если ты, типа, случайно что-то нашел, может получится, может не получится. Ты искал, не нашел, скорее всего, ты где-то сдался, да? Если ты не сдаешься, ну, я не могу сдаться, потому что, во-первых, у меня действительно какое-то просто сумасшествие, которое, потому что меня тянет в это. Во-вторых, чувствовать, что это что свыше, что дали, как можно, типа, не делать, правильно? Это просто нельзя. Вот. В-третьих, ну, придется, ничего. Окей. На самом деле, мы уже так, с большего закончили, но я не могу у тебя не спросить еще два вопроса про музыку, не могу не спросить. Первый вопрос очень простой. Что для тебя главное в музыке, как и в твоей, так и в принципе? Окей, несложно. Искренность очень важна мне, чтобы было по-настоящему. Или чтобы было прикольно в плане, как бы вот, ну вот как сказать, как спектакль какой-то, да, чтобы актерское мастерство было в музыке. То есть если человек, у него музыка, я вижу, что он играет какой-то образ, чтобы он играл его до конца, типа, что я просто действительно в это поверил. И вот это как раз в рэп-музыке очень серьезно как бы находится. Даже человек, он не настоящий, да, как бы он, как бы у него какой-то образ какой-то сценический, да. Это сыграно настолько хорошо, что мне это нравится. Поэтому я считаю, что либо должно быть по-настоящему, просто real, как бы до конца, либо должен быть какой-то очень крутой сценический образ, который тоже играется профессионально и очень-очень круто, и чтобы я в это поверил, как Станиславского такой, знаешь, типа, ну, вот так. Да. Вот это для меня самое важное в музыке, чтобы было искренне, чтобы было, и чтобы было, или чтобы было очень круто. Но чтобы не было таких, знаешь, вот есть очень много таких людей, которых вот ты чувствуешь, что типа, да, вот там реально вложили крутые бабки, и только поэтому типа это куда-то плывет, потому что люди просто как стадо за ним вот смотрят и идет. Вот это мне не нравится. Реально очень не нравится. Я вот это не люблю. Окей. И вопрос очень простой. Это назови три своих любимых музыкальных исполнителя, группы, неважно. Окей. Это тоже не тяжело. Но у меня, знаешь, у меня все время меняется на самом деле. На данный момент. На данный момент на меня супер круто повлиял певец израильский, ну такой же международный, Асаф Авидан. Угу. Я просто обожаю. Вот такой мужик настоящий, такой просто раздирает сердце там, по-настоящему как бы все. Мне нравится то, что делает Childish Gambino. Прикольно, интересно, и как-то так тоже я что-то много там оттуда наслышался всяких прикольных тем. Вот, и из таких, из более старых, мне очень нравится, можно еще несколько назвать, да? Мне нравится очень Red Hot Chili Peppers, то, что они делали. Сейчас мне не нравится то, что они делали. Ну, знаешь, надо в какое-то время, надо сказать, типа, уходим со сцены, потому Стоп. Что... Да, потому что начинает какая-то комедия, начинается, вот. Мне очень нравилось то, что они раньше делали. Я просто реально офигел, когда слушал их раньше. Вот. И группа R по звуку мне очень нравится. Я от нее тоже очень много чего взял для себя именно в своей работе. Ну и все, наверное, да. Пока что. Хотя много, все происходит, все круто, как бы. Окей. Ну и знаешь, мне кажется, очень важно сделать такую вещь. Скажи какое-то свое обращение к нашим зрителям, может, это даже сделать вот прям в камеру, которая находится... Вот в эту камеру, да? Да, вот в эту камеру. Ну, я хочу сказать всем ребятам, типа, что живите свободно, ищите правду. Правда, она на самом деле только одна, хотя вроде кажется, что их много всяких. На самом деле надо искать и найти одну правду настоящую.
и по ней жить реально, и делать как бы все, что вы хотите, на самом деле можно сделать, можно это реализовать. И надо это искать, каким образом это сделать правильно и хорошо, чтобы всем было хорошо и вам тоже. Вот и все. Вот так вот. Класс. Спасибо. Все, спасибо тебе большое за интервью. Было, спасибо. Правда, интересно. Мы, конечно, вырежем большую половину. Ну, ничего не поделаешь. Шучу. Вот. Большое спасибо за интервью. Спасибо. Было интересно. Приходите еще. Приду. Большое спасибо за просмотр. Спасибо. Be'vi ata Mashiach ani ma'amin.